Неизвестное ранее фото принцессы Дианы накануне 20-й годовщины ее гибели опубликовали в Великобритании. Архивы королевской семьи открыли для создания документального фильма о жизни принцессы. Больше расскажет Алексей Пшемыский. Она всегда говорила мне: можешь дурачиться, что есть силы. Главное, не попадись. Она позволяла нам все. Часто, когда мы играли в футбол, приходила и подкладывала конфеты нам в носки в раздевалке. Впервые с момента ее гибели в 97-м принцы Вильям и Гарри открыто рассказали на камеру о той принцессе Диане, которую знали только они. Думаю, нам удалось показать, какой Диана была для своей семьи. Наши дети видят нас так, как никто другой. Именно так свою мать видели Вильям и Гарри. Больше всего меня поразили их рассказы о ее чувстве юмора и любви к шалостям. Самая фотографируемая женщина 20 века. Дома Диана из монаршей особы превращалась в совершенно другого человека. Наша мать просто была ребенком, который любит дурачиться. Однажды Диана подшутила над 13-летним принцем Вильямом, попросив встретить его после школы супермодели Сидни Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Мальчик ужасно смутился и от волнения едва не упал с лестницы. Меня всегда поражало то, сколько при этом ей удавалось сделать. Благодаря ей общество перестало клеймить позором больных ВИЧ. Ее борьба против использования противопехотных мин, забота о бездомных. Часто это делалось под шквалом критики со стороны политиков и газет. Почти все свободное время Диана посвящала благотворительности. Именно она, первая из монаршей семьи, посетила госпиталь для носителей ВИЧ. Тогда СПИД считали в обществе позорной болезнью. А это фото, где Диана пожимает руку такому пациенту без перчатки, облетело весь мир. Ее выходки и завораживающая улыбка сделали Диану любимицей публики и фотокамер. И эта любовь в итоге стоила ей жизни, когда 30 августа 97 года, скрываясь от погони папарацци, ее автомобиль врезался в колонну туннеля в Париже. Несмотря на скандалы, сопровождавшие все годы брака Дианы с принцем Чарльзом, в итоге закончившегося разводом, здесь, в Великобритании, ее обожали. И даже сегодня, 20 лет спустя, Диану тут называют народной принцессой. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала «Интер».